Добрый день, дорогие друзья. Что-то моя машина совсем криво стоит. Сейчас развернусь, поднимусь наверх у Хаханашвили. Видите, впереди наша Шаумяна, проспект Царицы Кетеван. Но там сейчас затор. А мне нужно поехать на Исане. Зачем? Угадываем с трех букв. Конечно же, за моими машинками. Очень интересная модель пришла. Я сейчас выписываю вот помалу, знаете, вот одну-две, потому что, во-первых, ничего хорошего нет, давайте начнем с этого. Что-то в последнее время это обеднело наше коллекционное дело, в том смысле, что очень много появилось вот таких непонятных машин, которые никакой ценности не представляют. То ли уже все, что было, все уже у меня есть, это... Пункт А. И пора уже закругляться и про это снимать большие красивые сюжеты, на чем настаивает мой друг, коллекционер и специалист по троллейбусам, многоуважаемый мой Константин Климов, который в Мосгортрансе у нас начал свою деятельность, сейчас пишет очень много интересных книг о троллейбусных системах мира. И вот он настаивает, чтобы я регулярно что-то интересное снимал. В тот день мы с ним тоже общались по видеосвязи. Скоро мы с ним встретимся, он приезжает к нам. И вот он много тоже путешествовал по Грузии, снимал транспортные системы наши. У него вот много городов интересно снято. Зубдиди, Батуми, Чиатура, Кутаиси. Обожает он Зубдиди и мигрильскую кухню. Сам знаток и любитель грузинской кухни. Но при этом, в отличие от меня, худющий. Вот. Сейчас вот мы мимо арамянцев так вот проезжаем. Здесь машины застряли. Друг друга уже не пропускают. Все, здесь уже катастрофа, понимаете? Здесь уже пиши пропало. Они не могут разъехаться, поэтому здесь, понимаете, произошел на 300 Рогвинцева, до нашей Цинандальской улицы, элементарный транспортный коллапс, потому что это маленькая улочка, но она не такая узкая, давайте с этого начнем, да? Это вам даже не Перовская и не Киачери, просто вот этот страшный университет, вот этот СУ, где учатся, не знаю я, десятки тысяч человек, человейник. И, соответственно, многие студенты приезжают на машинах. Приезжают на машинах преподаватели. Здесь внутри, на территории этой клиники Арамянц, много, ну, бывшая, да, сейчас есть много таких отдельных клиник, частных. Доктора приезжают на автомобилях. Потом посетители к пациентам, студенты различных, вот прошли сейчас мединститутов. В общем, этот район не был готов тоже к такому количеству машин. Не просто нужно вот так вот воткнуть там какое-то здание, а рассчитать. Поэтому и существует наука, правильно, градостроение. Это же вам не просто какая-то развлекательная программа, урбанистика, учебники по градостроению. Но у нас, к сожалению, все это происходило намного проще. Там кто хотел, кто успел, тот и съел. Кто наворовался во время прихватизации, сделал первый оборот денег. И потом, в дальнейшем, вот они сейчас гуляют. Ой, как приятно пить боржоми. Поздно пить боржоми, если почки отказали, да? Я очень рад, что наши зрители так внимательно слушают и смотрят мои ролики. Вот сегодня тоже написала одна зрительница. Там я говорил о героях произведений классиков. И там заговорился, немножечко такой неточность допустил, вернее, ошибся, но ничего, бывает, все. Она мне все написала, все поправила, все исправила, но там ключевое слово было то, что как вы, дорогие зрители, внимательно слушаете эту мою речь, мои монологи. Я вам за это бесконечно благодарен. И, конечно же, если будут какие-то оговорки, ошибки, я же не компьютер, я же все-таки не сгенерированный,
искусственный интеллект. Я тоже могу ошибиться и в поэтах, и в писателях, и прозаиках, да, и прозаик тоже можно. Поэтому говорите, отмечайте, подчеркивайте, заявляйте. Я только буду вам благодарен, и это еще раз я говорю, подчеркивает, как вы внимательно слушаете ролики. Ой, выезжаю на Аскорскую улицу, наверное, кто-то сейчас скажет, что ой, нам не интересно, вы только по Исанскому району катаете нас. Ну, сэляви, такова жизнь. Жил бы я где-то в другом районе, я бы вас катал по другому району. Наверное, есть люди, которые живут в другом районе, но неизвестно, снимают ли они ролики. Вот сейчас вот мы вот заезжаем. Я сюда не хотел заехать. Я хотел заехать в другое место. Я хотел по Аскорской спуститься вот сейчас, чтобы вам еще раз показать то место, где продают очень и очень вкусные вот эти хинкальки, пельмешки, котлетки. Потому что вдруг наши зрители в этом районе находятся. Потому что многие мои соседи смотрят. Вот сейчас как раз я садился в машину, да, я зашел в американский магазин, там у нас есть американский магазин у метро 300 Арагвинцев. Там типа тысячи мелочей. И купил, и там очень хорошие, у него большие мокрые салфетки. Когда вот что-то там ты вот чистишь, там вытираешь, протираешь. Я вот, когда своими какими-то делами занимаюсь, уборочными, книжно, коллекционными, там вот все должно быть чисто, аккуратно, не люблю я грязь, пыль, и вообще ненавижу я вот таких грязнуль, в которых все там грязно, не убрано. Давайте через следующий проедем, да? Что-то здесь тоже застряли. Сошли с ума эти люди, они везде устраивают заторы. Две машины уже затор, понимаешь? Сколько раз я видел, когда я утром выезжаю, там, или поздно ночью, да? Никого нет, площадь героев, две машины стоят перевернутые, что больные. Где вы нашли друг друга, а? Вы договорились встретиться и вот так вот разлететься на простые множители? Многие зрители, вот когда я крутился по этому району, показывал вам здешние улочки, улицы, вот здесь, посмотрите. Впереди, 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 вот-вот-вот, где вот кремовый вот этот забор, вот, там сейчас вы увидите витрину, и здесь вот написано хинкали, и вот, видишь, чвени хинкали, наши хинкали написано, и здесь очень и очень вкусно делают вот эти вот женщины, две женщины, они, ну, поварихи, да, так сказать, повары, повара, повара. Ну, а так она повариха, да? Одна штука повариха. Ну, в общем, две специалистки премудрости грузинской кухни, которые делают фантастические хинкали. Не хуже этих хинкали. У них котлеты по-киевски, у них разные модификации пельмешек. И еще у них есть толма в виноградных листьях. Очень интересно приправленная и заправленная толма. Вот фарш, фарш какую-то зелень добавляют, а не видно. Очень вкусную. И вот это дает... целиком вкус это не убивает, но придает очень интересный аромат. Сейчас я здесь припаркуюсь. Там впереди магазин «Магнит». Где я покупаю какие-то холодные напитки, газированную, не газированную, вот это минералку обычную, и бросаю в машину, потому что кто ко мне садится, все пить хотят. И я тоже очень люблю воду, и минералку, и обычную нашу воду. Вообще из-под крана пью воду, и вот в бутылки потом наливаю, ну или же такую, люблю бакурьянис, но а так из-под крана, вот если в стационарном состоянии нахожусь. Дорогие друзья, здесь я с вами попрощаюсь. До следующего видео иду я на ПЧТУ. А потом мне еще нужно писать три сюжета. Вы можете себе представить. Сейчас у меня пишет наш зритель. Вы не снимали трамвай, пока он эксплуатировался. Евгений, когда он эксплуатировался, я учился в школе и в университете. И к телевидению никакого отношения не имел, занимался только высшей математикой и математической физикой.
Наши зрители думают, дорогие друзья, что я с пеленок на телевидении, но это не так. Ну все, до встречи.